Обидеть не хотел. Автор карикатуры на паралимпийцев в Deutsche Welle заявил, что его неправильно поняли. По словам Сергея Ёлкина, изображение было создано в поддержку российских паралимпийцев, а не для того, чтобы оскорбить людей с ограниченными возможностями. Болельщики паралимпийской сборной рисунок не оценили. Сегодня они вышли на пикет к зданию немецкого посольства. Собравшиеся считают недопустимым вообще публикации подобного рода. Они потребовали немедленно принести паралимпийской сборной извинения и удалить публикацию. Смогли своим примером доказать, что можно жить счастливой жизнью, что можно быть примером для здоровых людей и что они могут добиваться успеха в жизни. А они берут и после того, как политика сегодня в спорт проникла, они берут еще и оскорбляют их. И не то, что не хотят извиняться, не хотят удалять, еще и насмехаются над этим. Говорят, что столько людей, столько и мнений, и все, собственно говоря, в порядке, и публикуют ее еще раз. Оскорбительный рисунок немецкое издание опубликовало после того, как Международный паралимпийский комитет принял единогласное решение об отстранении российских спортсменов от паралимпийских игр в этом году. Это решение Москва обжалует в спортивном арбитражном суде. Время пока есть, игры начинаются 7 сентября.